12 общественных территорий Амурского района будут отремонтированы в этом году в рамках проекта формирования комфортной городской среды. 5 территорий находятся в Амурске. Какие это объекты и в какой срок они будут сданы, в репортаже моих коллег. На набережной Амурска от западного до восточного утеса пешеходную зону покроют асфальтобетоном. Это один из крупнейших объектов программы благоустройства этого года. Здесь установят водоотводные каналы и бордюры, новые скамейки, урны, освещение. Часть работ уже выполнена. Идет озеленение территории. Благоустраивается в Амурске территория ЗАГСа и скверу городской библиотеки. Этот проект появился в программе реконструкции благодаря сотрудникам библиотеки. 3 года назад они написали проект по облагораживанию территории. Городская администрация идею одобрила и внесла его в программу комфортной городской среды. Практически все уже завершено. Сегодня устанавливаем лавочки, скамеечки, урны. Остались сделать поручни для удобства, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Качеством работы довольны? Да, качеством довольны. Обновится в этом году в Амурске территория городского причала. Сейчас на объекте ведутся дорожные работы. Все благоустройство общественных пространств, которое идет в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды, ведется на условиях софинансирования. Почти 90% всех средств – это деньги федерального бюджета. Для реализации проекта выделено федеральных денег 48 миллионов 13 380 рублей. С учетом софинансирования местного бюджета эта сумма составила 48 миллионов 837 тысяч 490 рублей. Сейчас, на данный момент, на сегодняшнюю ситуацию, на части общественных территорий завершена работа. Благоустройство ведется не только в Амурске. Поселок Эльбан в плане 4 общественных пространств. В программе этого года также поселение Литовка и Подоли. По поручению президента Владимира Путина, правительство России готовит предложение по продлению национальных проектов до 2030 года. Повседневная жизнь людей требует самого насущного, без чего комфорт невозможен. Благополучие каждого муниципалитета прямо зависит от того, насколько надежна его инфраструктура и ЖКХ. С этим напрямую связано строительство жилья, дорог. Все это то, чем мы занимаемся в рамках наших национальных проектов. Какие объекты Амурского района будут благоустроены в будущем 2021 году, решат сами жители. До 31 августа в поселениях района запланировано проведение рейтингового голосования по определению общественных пространств, которые нуждаются в ремонте и обновлении.